Вы смотрите в Информбюро. В Павлодаре родители детей, погибших от удара током на футбольном мини-поле, опасаются, что виновные не будут наказаны. Ведь выяснилось, что спортивная площадка введена с нарушениями. Судя по ответам на запросы адвоката, объект сначала установили, а уже после получили акт на землю. Родители погибших Мусы и Расула идут сегодня на поле в первый раз после трагедии. Два месяца они обходили эту часть поселка стороной. Говорят, могут различить на краю забора отпечатки мальчишеских пальчиков. Держась за ограждение, они получили удар мощностью 6000 вольт. Детские легкие разорвало на части. Обращаясь к нашему премьер-министру, обращаясь к президенту страны, помогите нам найти виновных, потому что это... Как мы узнали, что поле было построено в 2013 году, а сам документ оформления на землю был только выделен на 2014 год, когда уже поле стояло, функционировало. Подписан был документ Бакаловым. Такую информацию на официальные запросы получил адвокат. Возможно, место под площадку долго не выбирали, а поставили, где придется. Иначе как объяснить соседство мини-поля с опасными объектами? Провода вот переставили. Было вот здесь, вот прямо ровно над вот этим вот углом проходил провод. И вот дети, получается, начали лазить. И... Это не просто железная дорога какая-то тупиковая, это станция. Здесь нефть, газ, бензин в бочках, в цистерны стоят. Если бы они даже загорятся, здесь эти дома ближайшие сгорят. После трагедии кабель убрали, но детей этим не вернешь. По словам родителей, на схеме, которую изучают полицейские, не указаны линии электропередач, железная дорога и очистные сооружения. На бумаге это место безопасное, но по факту нет. Никакого давления со стороны наследователей нет. Назначен ряд экспертиз, по результатам будут определены виновные лица. Статья звучит как нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Безутешные родители были на приеме у прокурора города, домой к ним приезжал и заместитель акима Павлодара. От слов сочувствия легче не стало. Может, станет, если правосудие свершится. Алия Алмухамбетова, Арман Якубов, Информбюро, Павлодарская область.